Птица с характером. Этот солидный голубь – творение 13-летней Маши Лукьяненко. Девочка настолько прониклась атмосферой мастер-классов, что предложила свою помощь в организации выставки. Ну, это вообще связано с всей этой выставкой. Ну, я понимаю просто, насколько это тяжело, и решила просто прийти помочь. Тут очень приятные преподаватели, вот прям общение с ними – это очень интересно. 10 дней и 28 мастер-классов. Пастель, акрил, маркеры, акварель. Проявить себя в творчестве и создать свой уникальный рисунок смогли более 500 табляков. Четвертый год такую возможность дает программа социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Это такая очень приятная возможность почувствовать себя художником. То есть мы же в обычной жизни не рисуем, не сталкиваемся с такой ситуацией. А здесь в течение этих 2 часов чувствуешь, что ты художник, ты творишь. Получается такое счастье. Лучшие работы выбирали не только педагоги, но и зрители. 3,5 часа голосования в ходе работы выставки. Преподаватели отметили тех, кому необходима творческая поддержка. 8 победителям вручены арт-боксы с материалами для самостоятельного выполнения техники флюид-арт. Поддержка, да, очень большая. Прямо летают художники, вдохновляют. Крылышками машут вокруг, и все получается прекрасно. Летающих художников табляки успели полюбить. На занятия приносили подарочки, радовались сюрпризами. У девушек теперь есть украшения от местного дизайнера. Такого отклика, теплого приема, столько положительных отзывов, реакций и желаний, чтобы мы вернулись. Сколько бы мы художников ни привозили, какую бы программу ни делали, как бы мы ни расширяли помещение и свое влияние, вам все мало. Но действительно, мне кажется, скоро мы выйдем уже на уровень олимпийского. Программу на следующий год начали продумывать уже сейчас, ведь нужно будет вновь порадовать и удивить любимый Тобольск. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.